Уникальные научные работы и исследования, которые способны изменить нашу жизнь к лучшему, прозвучали на всероссийских музруковских чтениях от студенческого проекта к профессиональной карьере. На них собрались 144 участника из Сарова, Санкт-Петербурга, Москвы, Королева, Челябинска, Озерска, Волгоградской, Нижегородской областей и других регионов. Научно-практическую конференцию проводят на базе нашего политехникума уже в 8-й раз. Начинали мы с малого. Сначала внутритехникумовская, потом география постепенно за эти годы росла, и, соответственно, рос и ассортимент работ. У нас 12 секций: технические, гуманитарные науки. Это огромная ответственность. Весь техникум, весь коллектив работал на это. Долгое время мы готовились, соответственно, от поиска участников до изменения положения, до организации сегодняшнего дня. Это очень приятно, что под именем Бориса Глебовича Музрукова, которому исполняется 120 лет со дня рождения в этом году, мы под его добрым, теплым, значит, порядочным именем можем собрать большое количество людей, которым интересно, и главное, это очень важно. Конструирование и приборостроение, математика, физика, астрономия, биология, экология, филология, лингвистика русского языка. Перечень направлений широк. Ярослав Кобзарь участвовал в секции информационной технологии. Юноша представил свой проект «Модель конвейерной линии для изготовления промышленного строительного кирпича», с которым он уже выступал на областных и всероссийских конкурсах. Эта технология построена для конкретно формовочного кирпича. Сейчас большинство кирпичей, самых популярных, которые производятся, они делаются путем штамповки. А этот кирпич нужно заливать в формы. И такого производства в России существует только в единичном масштабе, то есть под заказ. А путем добавления каких-то затвердителей, ускорителей застывания смеси можно добиться изготовления этого кирпича примерно за 15 минут. В своей секции Ярослав занял второе место. За исследовательскую, проектную и творческую деятельность всех участников отметили сертификатами и благодарственными письмами. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.